All I know is you just need a. All I know is we just need a. All I know is you just need a. После посещения Каунаса наш путь лежал в Латвию, в Ригу, а если точнее, в город-курорт Юрмал. Мы быстро ехали по довольно хорошим дорогам, и к вечеру в окнах нашего гольфа замаячил настоящий мачтовый лес. Мы добрались до Юрмалы. Юрмала – город-курорт в Латвии, находится в 25 километрах от Риги, занимает территорию Рижского взморья, которое тянется на 32 километра в длину и 3 километра в ширину, между Рижским заливом и рекой Лилупы. В Юрмале мы планировали отдохнуть, надышаться как следует кислородом, а также встретиться с четвертым участником нашей экспедиции, имя которого от нас с Лешей держали в секрете до последнего момента. Каково же было наше удивление и радость, когда утром мы встретились с тем самым секретным четвертым участником нашего автопробега, и им оказался Павел Скала, эксперт по наркополитике из Киева. Кстати, присутствие в поездке двух маститых экспертов подтолкнуло нас к созданию в самом ближайшем будущем нового цикла передачи от Drug Users News «Диалоги о наркополитике». Первое мое участие в проекте «Наркополитика» это было уже 13 лет назад. Тогда, в 2003 году, казалось, что всегда отношение закона к наркотикам было крайне жестким. И сейчас мы что-то такое совсем новое родим, да, сейчас мы кому-то что-то докажем. До 98 года наркополитика была репрессивной, но далеко не в той мере, да, которой она сложилась в 2003. Конец 80-х, начало 90-х, развал большой страны, индустриальный город, предприятия оборонной промышленности, которые в один момент развалились, и целый город остался без работы, и практически вся молодежь в этом городе, так сказать, ну, ушла в штопор. Личные эксперименты моих друзей с различными психоактивными веществами и как бы, ну, каким-то, может быть, я не знаю, чудом, вот как бы я не перешел ту черту, которую многие из моих друзей тогда перешли. Скоро на канале Drug Users News «Диалоги о наркополитике». Я не знаю, у нас такая родилась идея снимать какой-то новый формат Drug Users News, разговоры о наркополитике с людьми, которые в этом что-то понимают и долго с этим соприкасаются. Почему важно, почему интересно об этом говорить? Потому что, с одной стороны, это тема, которая содержит в себе не просто законы, не просто какие-то практики и применения, а она касается жизни людей. И важно помнить, что каждый раз, когда мы меняем подходы, меняем какие-то законные практики в отношении людей, которые употребляют наркотики, это приводит либо к жизни, либо к смерти. И вопрос вот этого баланса, он очень сложный. Большинству нашего общества он непонятен, неинтересен и далек. Хотя это напрямую касается социума и простых людей. И поэтому мы хотим сделать максимально доступным, максимально понятным этот формат, эту тему. Прогулявшись по взморью и поснимав в окрестностях Юрмалы, мы направились в Ригу. Рига – столица Латвии, город с численностью населения 641 тысяча человек. Политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от ее впадения в Рижский залив. Рига – старинный город. Долгое время Рига была одним из портов торгово-политического Ганзейского союза. И это, безусловно, наложило отпечаток на ее архитектуру. Здесь можно встретить любые стили – от готики старого города до хай-тековских современных построек. От Юрмалы до Риги буквально 10 минут езды на автомобиле. И скоро мы уже шагали в офис Центра поддержки ВИЧ-инфицированных «Диалогс». Центр осуществляет сервисы снижения вреда в Риге и окрестностях. Обмен шприцев, тестирование на ВИЧ. Клиенты центра также могут здесь прослушать лекцию, получить психологическую, эмоциональную и социальную поддержку.
Здесь же, в Диалогс, мы познакомились с Дианой, очень открытым и неординарно мыслящим человеком. Диана – одна из первых пациентов программы заместительной терапии Латвии и вообще человек, много знающий о латвийской наркосцене. Чек героина – 15 евро. Для нормального человека эта цена, конечно, невероятная. Средняя зарплата – ну, 300 евро, скажем. То есть 15 евро в день – это очень много. Амфетамин стоит 10 евро, его и достать легче, его больше, и стоит он дешевле. Но, ну, тоже все нечистое, все бодяженное, все такое третьи-пятые руки. А особенность этого того, что страна маленькая, город маленький, все друг друга знают. И если, ну, где-то что-то появляется, вот, небольшими количествами, быстро между собой расходят, а пятые руки там уже разбодяжат, размешают и передают уже, ну, не наркотики, а говно. И учитывая то, что наркотики нечистые, говно бодяженное, в большинстве своем мало кто может достать действительно что-то хорошее, поэтому люди пересаживаются на Субатекс. Они покупают там Субатекс, четверть стоит 8 евро где-то, да. Так они знают, что они за четвертинку 8 евро заплатили, они точно получили то, что они знают. А тратить 15 евро, и что тебе принесут там соды, сахар или еще что-то, ну, тут... Я не знаю, как там в Литве и в Эстонии, но особенности Латвии, вообще-то смешно, конечно. У нас нету героина, у нас его просто нету. Если несколько лет назад у нас считался там 48%, 27% нормальный героин, вот, то сейчас хорошо, если 3%. А еще мы спросили Диану, как в Латвии работают программы снижения вреда, заместительной терапии и насколько доступна реабилитация для наркозависимых. Очень неплохо здесь наркоманы живут. Все-таки законы не жесткие. Ты должен действительно ментов забодать так, что они при виде тебя хотят тебя повязать. Бояться надо тем, кто торгует. А потребителям особо-то бояться и нечего так особо. С метадоном у нас сейчас все прекрасно. Даже в тюрьмы дают. Там... Единственное, вот если ты хочешь полностью отойти и сам не можешь как-то, ну, бывает так, вот негде жить тебе. Вот социальные у нас программы нулевые, вообще нулевые программы. И реабилитационные программы нулевые. Даже стартовые, вот реабилитационного центра, чтобы стартануть, и того нету. Выходишь из тюрьмы с этим евро в кармане на дорогу, в никуда. Вот выходишь, вот я так выходила, и вот куда дальше? И не знаешь, куда дальше, а на тебе еще висит год условно. И... Что такое наркополитика? Это прежде всего отношение людей к проблеме употребления наркотиков. И именно от этого отношения зачастую зависит не только жизнь и здоровье людей, употребляющих наркотики, но и благополучие общества в целом. И в заключение немного о законах. Употребление наркотиков в Латвии является административным правонарушением и наказывается штрафом в размере до 280 евро. Статья 46 Кодекса административных правонарушений Латвии. Повторное же задержание в течение года по этой же статье уже считается уголовно наказуемым преступлением. Статья 253, часть 2 Уголовного кодекса Латвии. Позади Рига, впереди Таллин. Путешествие продолжается. Drug Users News. Подписывайтесь на канал.